две машины. Итак, блядь, нашли мы приключения для Субару, блядь. Сейчас Субару будет вытаскивать Тойоту, блядь. Даже... Руслан, смотри, аккуратно, там ведро стоит, блядь. Не газуй сильно, блядь. Смотри, я сначала натяну, скажи. Давай. Да у тебя еще 2 метра, тяни, блядь. Итак, Субару победила в очередной раз Тойоту, блядь. Это все потому, что он испугался ведра, блядь.